Знаете, на каждой свадьбе есть люди, которые не умеют, но очень любят танцевать. Здрасте. Вас приветствует дуэт Just Do It. Знаете, мы против курения и насилия. Но за алкоголь. А когда за алкоголь, то за курение и насилие. Когда мы ехали в Симаке, мы боялись, что зритель нас не примет. Сереж, посмотри, уже четверть парка приняла, так что нормально. На проходной завода по изготовлению драгоценностей сразу видно, кто подворовывает. Всего доброго. Всего доброго. Два друга на скале. Дружище, держись. Ну, рука соскальзывает. Держись, братик. Нет, нет. Все, пока. Давай, счастливо, друг. Пока. Все, я полетел. Давай. В каждом дворе был такой мальчуган. Мама! 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 Позови. Игорь! Игорь! На посту ДПС. Сержант, лишь бы прикопаться в ваши документы. Да ты хоть знаешь, кто мой отец? Не знаю. Я тоже не знаю. Мужик, не плачь, мне пофиг. Ну вы же полицейский, помогите мне найти отца. Ваши документы. Раут Александр Сергеевич? Да. Сынок? Папа? Да я Стивуза! Молодая пара в парке. Дорогая, смотри, какой парк, ночь. Смотри, звезда падает. Загадывай желание. Ich liebe kleine Hund. О, я-я! О, я-я! Домофона. Да-да. Здравствуйте, можете, пожалуйста, открыть? Это Почта России. Почта России, ожидайте. Да. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ой, простите, пожалуйста. Дорогие друзья, вот именно из-за таких приколистов мы, почтальоны, не можем вовремя доставить до вас посылку. Ой, да чего ты чешешь? Вы просто теряете их. Да ничего мы не теряем. Алло, мама, она опять потерялась. Очень странный случай в полиции. Фамилия, имя? Зина Глушко. Цель приезда в Москву? Приехала поступать в Хогвартс и не поступила. Ну, конечно же. Там 10 человек на место. Я бы поступила. А почему не поступила? Я не нашла платформу 9 и 3 четверти. Гаишник приехал на каникулы к бабушке. Ой, ты какие ушки, ой, ты какие щечки, ой, ты какой подбородочек, ой, ты какой подбородочек, ой, ты какой подбородочек, подбородочек какой, еще один, сколько их у тебя? В ресторане. Дорогая, нам пора расстаться. Да как так? Ты ж меня водишь в суши, в бары, в суши-бары. В кино, в рестораны, во всякие кафешки. Ты за меня платил в Испании, в Италии, Мальдивы, Гуа, Турция, Египет. Как после этого всего ты можешь меня бросить? Как меня зовут? Я даже сделал татуировку с твоим именем. Кто такой Игорь? Леша? Нет. Андрей? Нет. Дима? Нет. Джонни? No. Билли? No. Адольф? Нет. Чебака? Вон, кстати, моя бывшая идет.
Сергей. А, я вспомнила, Славик. Ну ты тупая. Случай в дельфинарии. Хочешь рыбку? Хочешь? Ад, 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 а не заслужила, тупое животное. Все равно не заслужила. Нет, нет. Знаете, перед выступлением ко мне подбегает такая белочка и говорит: призовой фонд лиги 5000. Дорогой жюри, отдать 5000 команде из одного человека — это слишком жирно. Команде из 7 человек — слишком мало. А команде с двух человек это. С вами была команда КВН Just Do It. Спасибо. Давайте поприветствуем, поаплодируем. Еще раз, ребята, я думаю, вам понравилось. Друзья, ну что вы, Семикаракорск? Как же хорошо, что они пошутили про 5000 рублей.